Привет, привет, моя хорошая, с вами Татьяна. Сегодня мы с вами посмотрим одежду вот в этом бренде Tally Veil. Смотрите, какая здесь витрина, и, кстати, какие-то скидки идут. Вот, смотрите, курточки серые, блестящие, такие меховые, типа меховые полушубочки продаются. Вот такая обувь. А вот она я. Привет. Немножко показалось, чтобы вы меня не забывали. Вот такая одежда сейчас в нынешней коллекции. Идемте посмотрим в самом магазине. Вот еще на витрине тоже показана одежда, которая здесь продается. Свитерочки есть разного цвета. Вот такие еще по типу спортивных курточек, спортивных худи. 1100 гривен, 36 евро вот такой стоит. Серые курточки. 1900 гривен, 63 евро. Есть белые здесь спортивные куртки. Вот такие платья уже, наверное, на Новый год нам приготовили, блестящие, короткие, они, правда, трикотаж, такая ткань с люрексом, 900 гривен, 30 евро. А меховой вот этот вот полушубочек, который под шубу маскируется, стоит 2100 гривен, 70 евро. 1300 гривен, 43 евро. Внизу, как видите, разрезики, сзади чуть длиннее, спереди чуть покороче. Куртки, косухи, укороченные свитерочки такого молочного цвета, удлиненные куртки или пуховичок, пальто вот такое с меховым воротничком стоит 2200 гривен, 73 евро, бордовый. Есть цвет, по-моему, а нет, черный, синий, молочного цвета такой. Какой-то молочно-розовый цвет и болотный цвет, бордово нету, я ошиблась. И вот такие курточки есть, это уже покороче куртки, видите, тоже цвета какие разные есть. Опять же, капюшон с мехом, с искусственным мехом, 2000 гривен, 66 евро. Вот есть такие змейки на карманах, такие молнии. Совсем тоненькие курточки. Эти курточки, кстати, можно использовать как второй слой под зимнюю одежду. Вот стоит она 1300 гривен. Тоже очень много цветов разных. Вот это красиво. Красивый какой-то вишневый цвет. Есть белые, серые. Ну, вы сами видите, какие цвета. 43 евро. Вот они такие самые обычные. И с капюшоном. И смотрите, еще какие цвета, боже мой, на любой вкус. Кардиган стоит 1100 гривен. Есть много одежды на теплую осень. Вот такие юбочки трикотажные, куртки из джинса. Куртка-рубашка стоит 1600 гривен, 53 евро. Вот такие вот укороченные. По 800 гривен, 26 евро. И вот еще такие длинные свитера. Можно как платье использовать. Вот какая курточка под мех. Очень красивый здесь цвет. И вот такие из джинсовой ткани. Удлиненные. 1700 гривен, 56 евро. И вот это стоит 2500 гривен. 430 гривен укороченные футболки, шорты еще в продаже, девчонки. Вот такие худи еще продаются. 1100 гривен с розами, 36 евро. 1500 гривен красные куртки-косухи, 50 евро. Комбинезоны, 1900 гривен, 63 евро. Вот так он пошит. Очень много рубашек разных, коротенькие юбочки. Кому нужна короткая юбка, здесь их очень много. Смотрите, даже в клеточку есть.
Ну, конечно, в холодное время хочется что-то подлиннее надеть, либо же что-то, какие-то колготы, чтобы утеплиться хотя бы. Не хочется мерзнуть и болеть, тем более в наши времена, когда ходит этот противный вирус, правда же? Вот эта красная курточка стоит 1300 гривен. Здесь вот такие кармашки на молнии. Капюшон с искусственным мехом. Кардиганчики здесь продаются. Стоит он 700 гривен. И обратите внимание, на рукавах здесь мех. Искусственный мех, естественно. 1000 гривен свитерочки. Вот такие, 33 евро. Вот такой кружевной. Симпатично смотрится, когда все новенькое, все хорошо смотрится. Вот такая вязка на нем интересная. И есть еще в бежевом цвете. И эти, обратите внимание, серые, розовые и бежевый цвет. 1700 гривен. Вот такие вот курточки. Очень много смешных вот таких вот. И самые обычные. Смотрите, красные, черные есть. И вот такие. Вот такие цвета еще есть. 900 гривен, 30 евро. Вот такой лавер. И есть еще бежевого цвета. Джинсы в этом бренде стоят 1300 гривен. И как видите, вот такие здесь скидки. 1-2 единицы и получите какую-то скидочку. Вот такие интересные футболочки здесь продаются. Черная с таким мужчиной серьезным. 2900 гривен. Это 93 евро. Вот такие вот плюшевые курточки под мех. Вот этот вот цвет красивый. Мне понравился. Такая курточка. Сейчас мы его посмотрим поближе. Видите, какой замечательный цвет. И стоит она 1700 гривен. 56 евро. Классная. Она мне понравилась. Очень такой цвет приятный. С капюшоном. И капюшон, как видите, с мехом. Такая. Вот отойду немножко дальше. Видите, такая она минималистичная, без всяких наворотов. Я люблю такую одежду, ее очень хорошо вписывать в любой образ, любой лук. И эти курточки есть в черном и бежевом цвете. Угу. Вот какие-то тонкие свитерочки, лапша присутствует. Кожзам юбки в складку. Такого я еще не видела. Сейчас глянем. Стоит она 1100 гривен. 36 евро. Вот блестящие курточки. Вот такие кардиганчики. Ой, свитерочки. Здесь завязывается. И сзади, видите, она чуть покороче, а спереди чуть подлиннее. Обычно бывает наоборот. Кожзам платье 1700 гривен. 56 евро. Вот здесь такой рукавчик на кнопках. Не очень оно длинное. Видите, такое. И обувь. Не знаю, покупаете ли вы обувь в таких магазинах. Я обычно, конечно, покупаю обувь в специализированных магазинах. Вот эту давайте посмотрим, сколько она стоит. 1700 гривен, 56 евро. Ну, как вам одежда, обувь в этом бренде? Напишите, что вы здесь увидели интересного, что вы здесь купили, возможно, когда-то и носите с удовольствием. Поделитесь опытом своим в комментариях. Здесь вот такой интересный принт из кроликов. И они такие смешные, всегда поднимают настроение покупателям. Видите, какие милашные. Вот этот вот закрыл глазки. Вот, показала вам немножко смешного в конце. Вот они какие. А вот девочка с цветочком. И парень в очках серьезный. Ой, не могу. 1500 гривен, укороченная худи. Здесь вот такая есть надпись.
50 евро. Девчонки, я говорю из расчета 30 гривен за 1 евро. Евро у нас сейчас где-то 32 гривны. Но я так вот приблизительно, чтобы вы хотя бы ориентировались. В общем, в этом бренде все продается для молодежи. Модно, молодежно, стильно. Любит сюда молодежь заходить и что-нибудь для себя покупать. Надеюсь, я была вам полезна. Если это так, поставьте лайки, прокомментируйте. Пообщаемся с вами в комментариях. И, надеюсь, встретимся с вами в новом видео. Новенькие, подписывайтесь. Будем еще ходить по разным магазинам. На канале мы с вами смотрим и обувь, и одежду. Иногда что-то примеряем. Напишите, что бы вы хотели посмотреть в следующий раз. Ну все на этом. С вами Татьяна. Пока-пока. До новых видео. Пока.